считайте богатство. И давно ты ослеплен и заточен тут? Сотни лет. Ты уверен, что знаешь, куда идти? Как свои пять пальцев. Вау! Ты спятил? Я забыл. Мы с тобой видим вещи по-разному. Иной взгляд на вещи открывает новые пути. То есть... Ты видишь во мне только зло. Потому что я демон. Раскрой сознание. Смотри на вещи под другим углом. Как я и сказал, я вижу вещи иначе. Встретимся впереди. Я хочу тебе кое-что показать. Обесчеловечение – ваше спасение. Вы найдете счастье в себе. Воздуху – это дарованное. Ее звали Асиэль. Одна из древних. Нефилим, как ты. Не знал, что были и другие. Нефилимы были третьей расой. Но в свое время их всех выследили и убили. Почему? Они обладали силой ангелов и демонов. Но в отличие от них, нефилимы могли легко перемещаться между мирами. Они представляли угрозу. Они стали угрозой. Как и я. И как у тебя. У них был потенциал. Какая утрата. Хочешь раскрыть полностью свой потенциал? Возможно, Асиэль хранит ключ. Асиэль? Нет, это ёбаный кем. Да, Асиэль хранит ключ. Откуда ты знаешь мое имя? Хорошо, посмотрим, что будет.
это ты здесь? Потому что я не смогла тебя защитить. И я очень сожалею об этом. Твой отец влюбился в меня. Эта любовь преступала жесткие древние границы. Мы выбрали наш путь, невзирая на угрозу уничтожения. Мы не сожалели о нашем выборе, но не оставили его вам, сынок. И теперь, наконец, у тебя есть выбор. У тебя будет великая сила. Сила, которая поможет тебе выбрать свой путь. Это, сынок, и есть свобода. Будь смелым, сынок. Я люблю тебя. Что еще ты планировал потратить свою жизнь? Данте! Точно, башня! Я уже иду. Thank you.
Это было круто. Подойди сюда. Что такое? Ты нашел своего внутреннего дьявола. Но тебе еще лишь предстоит полностью раскрыть потенциал. Вообще-то я просто хочу убить короля демонов по имени Мундус. Если ты убьешь Мундуса, кто займет его место?